Флагманский броненосец Тихоокеанской эскадры Российского императорского флота «Петропавловск» стоял на рейде Порт-Артура. Вечер 30 марта 1904 года выдался необыкновенно тихий. Адмирал находился в своей каюте. Он спешил закончить письмо 12-летнему сыну. «Это мое первое письмо, посланное именно тебе. Ты уже подросток, почти юноша. Но я обращаюсь к тебе с другого конца России уже как к взрослому мужчине. Вадим, тут идет жестокая война. Очень опасная для Родины, хоть и за пределами ее границ». Адмирала Степана Осиповича Макарова в начале 20 века знала вся Россия. Этот человек, его можно, наверное, ну, касаясь флотской, как говорится, тематики, сравнить, наверное, с Леонардо да Винчи, потому что он настолько разносторонний был, что это просто удивительно. Письмо к сыну стало последними строчками, написанными рукой адмирала. Простым и ясным завещанием потомкам. На рассвете 31 марта адмиралу сообщили, что крейсер «Страшный», отправленный в дозор накануне вечером, наткнулся на японский корабль и после непродолжительного боя был потоплен. Около 7 утра Макаров отдал приказ всем судам выйти в море. Степан Осипович не знал, что под покровом ночи японцы осуществили хитрый план, выставив у выхода из гавани минное заграждение. Ему докладывали, что на внешнем рейде ходят какие-то корабли и что-то делают. Но Макаров, он решил, что это либо свои корабли, либо миноносцы, которые должны возвращаться из дальней разведки. 2 месяца назад, в ночь на 9 февраля, японцы без объявления войны совершили нападение на эскадру Тихоокеанского флота. В ночь, когда японцы атаковали русские корабли на внешнем рейде Порт-Артура, и, собственно говоря, это началась русско-японская война, были повреждены 3 корабля. Но самой чувствительной трагедией этой ночи стала геройская гибель крейсера «Варяг» в корейском порту Чемульпо. В русском обществе заговорили о неготовности к войне, о неспособности командования противостоять японцам. В сложившейся ситуации нужен был человек, пользовавшийся безоговорочным доверием как старших офицеров, так и рядовых матросов. Назначение Степана Макарова командующим Тихоокеанским флотом в стране встретили ликованием. Провожать его пришла такая масса людей, что громадный перрон Николаевского вокзала Петербурга не мог вместить всех желающих. Спустя годы сын Макарова вспоминал. «Вся улица была запружена народом. Отец сказал несколько слов, благодаря всех за проводы. Снял фуражку, поклонился на 3 стороны, перекрестился. Потом он подошел ко мне, опустил мне пальцы на лоб. И тут я разрыдался». Уже 24 февраля 1904 года он прибыл в порт Артур и вышел в море на самом быстроходном корабле порт-артурской эскадры, крейсере «Навик». Этот корабль развивал скорость до 25 узлов и, естественно, мог выходить в разведку, подойти близко к противнику, что и необходимо было Степану Осиповичу Макарову. С приездом адмирала в рядах Тихоокеанской эскадры вырос моральный дух моряков. Укрепилась вера в победу. С появлением Макарова в Порт-Артуре значительно активизировалась боевая деятельность эскадры. Корабли стали выходить чаще в море, вступать в бой с противником, ставить мины, обстреливать побережье, занятое противником. Около 7 утра 31 марта адмирал получил радиограмму с крейсера «Диана», посланного в море. «Рейд заражен, не советую выходить в море». Однако Макаров не мог позволить японцам запереть эскадру в Порт-Артуре. Он приказал всем большим кораблям начать поиск мин. Несколько часов назад Степан Осипович написал сыну. «Временный перевес неприятеля в силах не тревожит меня. Русский флот, ты знаешь, творил и не такие чудеса.
Макаров знал об этих чудесах не понаслышке. Он сам многое сделал для доблестных побед русского флота. В его биографии чего только не было. И кораблями командовал, и был губернатором военным Кронштадта, и был командиром Кронштадтского порта, и с молодых ногтей прославился. У него было две страсти – любовь к морю и любовь к науке. У него папа был прапорщиком береговой службы, на ластовых судах служил в Николаеве, а потом в Николаевске на Амуре. Ластовые – это портовые суда, которые вот обеспечивают всю, как говорится, жизнь порта, вот здесь вот снуют. Мать умерла рано, отец отдал 9-летнего сына в морское училище. Талантливого мальчишку офицеры-педагоги выделяли среди всех кадетов и нередко занимались с ним дополнительно. А вскоре его взял на свой флагманский военный корвет «Богатырь» вице-адмирал Попов. Каким дарованиями обладать, чтобы еще в молодые годы, в 15-летнем возрасте, будучи, значит, еще учеником, значит, кадетом, собственно говоря, он обучался в морском штурманском училище, даже не военно-морское училище, оно не военных моряков готовило, оно готовило не командиров, а штурманов для гражданского флота, по сути дела. И вот участь там, обратить на себя внимание Попова, что тот его даже, значит, столоваться обязал в своем салоне. Мальчика, по сути дела. Степану повезло принять участие в настоящей военной экспедиции государственной важности. Это очень блестящая операция была русским флотом проведена. Одна эскадра вышла с Дальнего Востока и отправилась в Сан-Франциско. Вот на ней как раз и оказался-то мальчик наш, еще 15-16-летний Макаров Степа. А вторая эскадра вышла из Кронштадта и направилась к восточному побережью Соединенных Штатов Америки, в Бостон. В Российской империи назревало польское восстание, спровоцированное закулисной политикой Великобритании. Англия решила поддержать, конечно, поляков. Ну а как могло быть иначе? Что плохо для России, хорошо для Англии. И тут наши выводят две эскадры на атлантические и тихоокеанские коммуникации английские. Создают им угрозу. Тут уже не до поляков. Какие поляки? И все эти планы срываются. И мы вроде как оказываем поддержку Соединенным Штатам, которые за независимость борются. От англичан. Там гражданская война шла, там и все такое, там проблем было очень много. И вдруг две мощные русские эскадры появляются на восточном, на западном побережье, которые вообще в ту пору решили судьбу мира. Позднее Макаров написал в своем дневнике: «Из всей моей молодости самое приятное впечатление осталось от того времени, которое я провел на Богатыре в Сан-Франциско. Что было причиной этому, объяснить нетрудно. С самой ранней юности, еще когда я жил у родителей дома, я не имел себе товарищей». В Сан-Франциско практикант Макаров влюбился. Серьезно, по-настоящему. Прелестная 20-летняя Кэти Селфридж была невестой русского офицера. Однако и она увлеклась умным, талантливым юношей. Но их отношения, конечно, были обречены. «Когда я прощался с Богатырем, я плакал целый день». На память об экспедиции вице-адмирал Попов сделал Степану подарок. Он ему свою фотографию подарил с надписью, что моему юному другу о воспоминании, значит, днях, которые мы провели там, это я не знаю, каким нужно быть человеком, чтобы понравиться адмиралу Кондовому, такому уже состоявшемуся. После окончания штурманского училища первый же выход Макарова в море на броненосной лодке «Русалка» едва не закончился гибелью судна. Корабль коснулся днищем подводного камня. Спасая «Русалку» от затопления, ее посадили на мель. Для любого другого офицера это было бы банальное происшествие. Для Макарова – серьезный повод провести научные изыскания, в результате которых из-под пера молодого мичмана вышла сенсационная статья «Исследование о непотопляемости судов». Он стоял у истоков разработки теории непотопляемости корабля. Что это такое? Это как обеспечить даже поврежденному кораблю непотопляемость. Ведь это сейчас кажется вроде как азбукой. Ну, конечно, разделить водонепроницаемыми переборками на отсеки. Да? Корабль получил пробой, но этот отсек заполнился водой, остальные не заполнились, значит, вот он остается на плаву. Но до него-то никто до этого не додумался, до этих водонепроницаемых переборок, различных там помещений пустых, которые не сообщаются, как говорится, с общим объемом корабля. А он додумался.
И первым вот это, как говорится, жизнь воплотил. В преддверии войны с Турцией за освобождение балканских славян остро встал вопрос о восстановлении боеспособности Черноморского флота после Крымской войны. Макаров предлагает дерзкую идею – превратить пассажирские и транспортные суда в боевые корабли. Для этого оснастить суда катерами-миноносцами, которые могут незаметно атаковать неприятеля. Флотское начальство к предложению Макарова отнеслось с недоверием. Однако у него нашелся высокий покровитель – великий князь Константин Николаевич, управлявший морским министерством. Он дал 30-летнему лейтенанту торговый пароход, названный в свою честь. И вот на этот пароход грузились 4, по-моему, если мне память не изменяет, катера минных. Он скрытно куда-то выходил, близко к рейду, на котором стояли вражеские корабли. Спускались эти катера на воду, и они атаковывали торпедным и минным оружием противника, который стоял на рейде, причем весьма и весьма успешно. Это были первые опыты применения этого оружия. 7 мая 1877 года катера под командованием Макарова подорвали крупнейший турецкий броненосец в порту Сулина на Дунае, чем вызвали панику на кораблях вражеской эскадры. Лейтенант Макаров удостоился своей первой боевой награды – ордена Святого Владимира 4-й степени. На том же корабле великий князь Константин Степан познакомился с веселой, невероятно обаятельной 19-летней Капитолиной Якимовской. Он влюбился в нее с первого взгляда. Дело в том, что после вот этих всех военных экзерциций этот пароход был поставлен на линию, по которой вывозились наши войска с Балкан туда, значит, в Русское Причерноморье. И вот на этом пароходе каким-то образом она оказалась. Он очень быстро сделал ей предложение, и она неожиданно согласилась, хотя в светских кругах сразу же заговорили о мезальянсе. Она женщина очень интересная была, красивая женщина, знатная. Он-то простого очень происхождения, как известно. У нее был свой салон. Говорят, она была очень и очень популярной особой. И что они были очень и очень разные люди, разного склада характера, разного темперамента. Вот молодая жена едет в Париж накупить себе модные одежды, а он вдогонку шлет ей письмо. Тебе, вероятно, удастся увидеть в Париже электрическое освещение Яблочкова. Я пишу ему сегодня письмо и прошу выслать несколько его свечек для опыта. И, если можно, то и наставление к употреблению. Не всякой 19-летней девушке такая просьба по плечу. Однако супруги прожили вместе 26 лет, воспитав 2 дочерей и сына. Сынок дорогой. Иной болван и трус может заявиться домой чуть ли не в слезах и супруге своей с порога. Вот на войну посылают вроде. Стоит ли? Что скажет тут любящая жена? Ни за что, погибнешь, ты у нас один, уклонись уж как-нибудь. Ну, по-женски понятно, что с них взять. Но настоящий мужчина должен явиться домой бодрым и сказать: «Ну, дорогая, собирай меня в дорогу. Тут на границе веселое дело предстоит». 8.45 утра 31 марта эскадра Макарова вышла из порта, готовясь дать бой. И вдруг на западе за мысом показались мощные клубы дыма. На русские корабли надвигалась японская армада. Все основные силы их флота. Макаров понял, что японский адмирал Тога задумал его перехитрить, выманить эскадру в открытое море из-под огня береговой батареи и уничтожить ее. Однако Степан Осипович был опытным практиком и очень компетентным теоретиком. Адмирал Тога его боялся. Именно поэтому старательно изучил все, чем занимался Макаров. Его знала вся, как говорится, научная общественность, как значит, автор идей совершенно блестящих, научных, и как практик, как воплотитель этих идей, как говорится, уже в материале. И девиацией магнитного компаса он занимался, и океанографией. Он же стал инициатором строительства «Ермака», первого, собственно говоря, линейного ледокола. Благодаря расчетам адмирала был построен первый в мире ледокол арктического класса. В 1901 году Степан Осипович написал книгу об опыте первых северных рейсов «Ермак во льдах».
она станет настольной для поколения советских полярников Ивана Папанина, Отто Шмидта, Николая Урванцева. За свою жизнь Макаров написал около 20 книг, причем самой разной тематики. Среди названий есть даже «Православие в Японии». Издавал он научные труды, руководство по эксплуатации судов, учебники. Сегодня книги Макарова бережно хранятся в музее военно-морского флота в Петербурге. Это особенная книга. Такие предметы мы называем жемчужинами в коллекции нашего фонда. Это книга Степана Осиповича Макарова. Вот я вам сейчас из этого удивительного футляра достаю. Вот. И вам ее представлю. Она еще ценна тем, что мы здесь видим собственноручный автограф Степана Осиповича. Степан Осипович любил своим друзьям дарить книги и вот такими автографами. Тут вот написано Николаю Анфинцевичу. Вот, Кронштадт, 1897 год. В 9 часов 20 минут 31 марта Степан Осипович, оценив силы японского флота, распорядился вернуть эскадру в Порт-Артур. Дав сигнал, имейте в виду дать бой с поддержкой береговых батарей. Адмирал знал толк в пушечном деле. В сентябре 1891 года он становится главным инспектором морской артиллерии и по обыкновению находит решение важнейшей проблемы. Последние десятилетия XIX века – это период борьбы снаряда и брони. Вообще история оружия, история военной техники – это всегда история средств нападения и средств защиты, можно сказать, борьба меча и щита. В XIX веке, во второй половине, в конце, стремительно развивались именно корабельная броня и артиллерия. Броня становилось все лучше, все качественнее, все крепче. Макаров задался вопросом, как же в морском бою поражать броненосцы артиллерийским огнем? Чем крепче становился снаряд, тем быстрее он отскакивал от брони и разбивался на куски. Степан Осипович не жалел время на испытания, обстреливая бронебойные плиты. Помог случай. Одну плиту вдруг снаряды стали прошивать насквозь. Оказалось, что ее просто поставили не той стороной. Ее поставили мягкой стороной наружу. И снаряды, легко входя в этот мягкий слой, затем и твердый пробивали. И Макаров задумался, что если как-то этот мягкий слой металла принести на снаряде? Так родились знаменитые колпачки Макарова. Снаряды, пробивавшие самую крепкую броню. К сожалению, первыми производство таких снарядов наладили американцы. Из-за того, что представления о секретности тогда отличались от современных, о том, чтобы сохранить эту идею в тайне, особо не заботились. О ней стало известно за границей, и флоты других государств быстрее приняли на вооружение снаряды с такими насадками, чем в России. Степан Осипович по всем международным законам мог бы взять патент на уникальное изобретение и нажить миллионы, что ему и советовали окружающие. Однако Макаров ответил: «Пусть мое изобретение достанется Отечеству, ведь я его служивый человек». Когда началась русско-японская война, Макаров, уже получивший назначение в Порт-Артур, он писал в столицу, писал главе морского ведомства, просил прислать ему снаряды с этими насадками, с этими колпачками. Но к утру 31 марта 1904 года макаровские колпачки в Порт-Артур дойти не успели. 9 часов 42 минуты. Флагманский крейсер с адмиралом на борту на всех парах идет к рейду. Дорогой сынок, я чувствую, что нам и мне в том числе словно бы мешают. Не адмирал Тога, нет, а как бы сбоку подталкивают, как бы подкрадываются сзади. Кто? Не знаю. 9 часов 43 минуты 31 марта. Сильный взрыв. Следом еще два. Примерно в двух милях от Порт-Артура, ну это где-то около 4 километров, броненосец Петропавловск вдруг взорвался,
В коллекции нашего музея есть совершенно уникальная группа из трех снимков, которые были сделаны фотографом-любителем Тартусского гарнизона. На этих трех снимках запечатлены несколько моментов, собственно, взрыва и последствий, потому что корабль затонул очень быстро, за 2,5 минуты. По официальной версии, Петропавловск напоролся на японскую мину, после чего сдетонировали снаряды, находившиеся на корабле. Корабль переломился и стал тонуть. Показались грибные винты. Команда стала спасаться. Было спасено порядка 80 человек. И один из спасшихся видел, как адмирал сбросил с себя пальто и бросился за борт. Вода, конечно, была холодная. Это был конец марта месяца. Больше его никто не видел. Из 650 человек экипажа было спасено только 80. На Петропавловске также погиб друг и однокашник Макарова по морскому кадетскому корпусу, художник Василий Верещагин. На месте крушения корабля была подобрана только офицерская адмиральская фуражка. До революции в музейном собрании также находилось и пальто адмирала Макарова, которое было подобрано на месте его гибели. Но, к сожалению, оно исчезло. В 20-е годы следы его теряются. Поэтому фуражка Макарова – это совершенно уникальный экспонат. Почему адмирал перед смертью написал сыну о своих недобрых предчувствиях, будто что-то мешает ему жить и действовать, как прежде? Обвинял кого-то? Ответа нет. Сослуживцы Макарова после его смерти пытались анализировать обстоятельства последнего боя адмирала. Стало очевидным одно. Командующий японским флотом Тога Хэйхатира, изучив труды адмирала Макарова, в точности воспользовался его тактикой, которая сработала безупречно. Спустя 30 лет после рокового взрыва мичман Петропавловска Владимир Шмидт написал: «Несмотря на неравенство сил, адмирал стремился выйти на бой с японцами. Чувство приподнятого духа передалось от него всем нам, и мы были сильно возбуждены, наполнены сознанием, что настал момент отомстить врагу». Надо сказать, что российский флот достойно отомстил за гибель своего флагмана Петропавловска адмирала Макарова. В начале мая 1904 года японская эскадра, как водится, подошла к Порт-Артуру и начала его обстреливать. Но накануне русский минный заградитель «Амур» поставил минное заграждение поперек вот возможного перемещения японской эскадры. И на этом минном заграждении последовательно подорвались два японских броненосца «Хацуси» и «Исима». На них погибло больше 1000 человек личного состава. Так что командир «Амура» Иванов, он является рекордсменом в истории нашего флота по тоннажу потопленных кораблей. После этого случая японцы перестали приближаться к Порт-Артуру. Смерть Макарова больно ударила не только по всему русскому флоту, но и по всей России. Тот же Шмидт вспоминал, что солдаты и матросы гарнизона в Порт-Артуре рыдали навзрыд, узнав о гибели Степана Осиповича. А над всем Отечеством нависло тяжелое предчувствие проигранной войны. В Японии же скорбели по русскому адмиралу, великому ученому, инженеру, мыслителю, человеку такого масштаба, который не так часто посещают этот мир. Жена Макарова, Капитолина Николаевна, прожила долгую-долгую жизнь и умерла после Второй мировой войны в 1946 году. Сын Вадим был участником Белого движения, адъютантом Колчака, и после революции вынужден был эмигрировать в Соединенные Штаты. Умер он в 1964 году, на 72-м году жизни, насколько я помню, не так уж, как говорится, давно, но оставил себе очень хорошую память и очень хорошие оставил слова о России, в которую он верил, которую любил и верил до последнего своего вздоха, что она всегда будет, будет вечно. Эту уверенность ему завещал отец в своем последнем письме. «Обнимаю тебя, сынок. Учись старательно, помогай маме и сестре. Бога бойтесь. Царю служите».
Можно считать, что эти слова обращены ко всем сыновьям России. И читать их нужно просто. «Служите Отечеству».